Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный десерт из яблок в духовке. Яблоки, запеченные с медом, изюмом и орехами, получаются красивыми, вкусными и очень полезными. Для приготовления нам понадобятся яблоки, мед, изюм, корица, грецкие орехи, сливочное масло, сахарная пудра. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Берем яблоки не очень крупного размера, примерно одинаковой величины, чтобы они были все. Затем берем ножик такой для чистки овощей. Можно и обычным, но этим удобнее. Прокалываем где-то его до середины яблочко. И вот такими круговыми движениями удаляем серединку. Самое главное не прорезать яблоко до конца. Если мало, подрезаем еще. Извлекаем все семена оттуда. Когда все семена уже будут извлечены, ставим вот так вот под наклоном нож и проворачиваем, чтобы расширить воронку, куда будем закладывать все остальные ингредиенты. Все, яблочко наше подготовлено. Таким образом будем очищать следующие яблочки. Яблоки мы подготовили. Теперь берем форму для запекания. Застилаем ее пергаментной бумагой. Можно фольгой застелить. И ставим туда наши подготовленные яблоки. Расставляем их так, чтобы они не касались друг друга. Дальше посыпаем наши яблоки корицей. Берем щепоточку и в каждое яблоко понемножку посыпаем. Дальше кладем масло. Я порезала на такие небольшие кусочки его. И теперь в каждое яблочко кладу такой кусочек масла. Сверху идет мед. Мед лучше брать жидкий, так он лучше будет в яблоки помещаться. И вот так по пол чайной ложечки в каждое яблоко наливаем меда. Следующий ингредиент – изюм. Он сухой. Заранее его не запаривала, ничего. Просто в сухом виде раскладываем сверху на мед. В заключение раскладываем орехи. Орехи обязательно надо выкладывать сверху. Так они и подсушатся в духовке хорошо. И не подгорит изюм. И отправляем яблоки в духовку. Духовка нагрета до 200 градусов. Будем выпекать 15 минут. Если у вас яблоки большие, выпекайте минут 20. Прошло 15 минут, яблоки хорошо пропеклись. Можно их подавать к столу. Печеные яблоки хороши как в горячем, так и в холодном виде. Перекладываем яблоки на тарелку. И посыпаем сахарной пудрой. Это хорошо делать с помощью ситечка. Вот и все. Вкуснейший полезный десерт из яблок готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.